Около 10 тысяч поклонников активного и здорового образа жизни вышли в этом году для участия в кроссе нации. В Самарской области забеги прошли на территории всех муниципальных районов и городских округов. Более 4 тысяч человек собрались возле стадиона «Самара-Арена». В этом году кросс нации впервые проходил там. Обычно любители бега соревнуются на лыжной базе «Чайка». На этот раз место было изменено из-за строительства лыжероллерной трассы. Мы стоим на фоне строящегося в рамках национального проекта футбольного крытого манежа. И это, наверное, главный показатель того, что сегодня и Российская Федерация, президент нашей страны, губернатор Самарской области Дмитрий Кочазаров уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, созданию условий, да, для занятий граждан нашего региона, занятий физической культурой и спортом. Каждый участник забега мог выбрать свою дистанцию от 1 до 12 километров в зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В массовом забеге на 2022 метра без учета времени могли принять участие все желающие. Ирина Чугунова рассказывает, в забеге участвовал впервые. На спортивном празднике очень понравилась атмосфера. Мы участвуем первый раз, но мы решили поддержать. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что, ну, во-первых, спорт – это жизнь. Во-вторых, это очень хорошее внешкольное мероприятие, что надо поддерживать подобные альтернативы. Все участники кросса нации по традиции получили майки с символикой спортивного праздника, а лучшие бегуны в своих возрастных группах были отмечены кубками, грамотами, медалями и памятными призами. Светлана Тимофеева, Виктория Шара. События.